Здравствуйте, радиообмен для пилотов для начинающих седьмой урок. Произошло у меня следующее. Я этот урок записала, но по каким-то техническим причинам не озвучено было. Поэтому я сейчас его вам включу в том виде, в котором записан, и просто прокомментирую все, что здесь написано. Итак, Radio Telephony Communication for Pilots, lesson number 7. Мы берем опять тему номер 4, условия выхода, новая тема, и знакомимся в vocabulary, со словами знакомимся. Так, airborne, оторвавшийся от земли, находящийся в воздухе. ATC clearance, разрешение ВД. Вот у меня здесь немножко не совпадает, немножко так пониже. Beacon, привод, clear, разрешать, clearance limit, предел действия разрешения, climb to, набирать высоту, course, курс, descent to, снижаться. И descent, снижение. Здесь я хочу, чтобы вы обратили внимание, что descend to оканчивается будет на d, descend. Но существительное снижение оканчивается на t, descent. Destination, пункт назначения, direct, прямой. Так, вот, direct, прямой. DME, Distance Measuring Equipment, дальномерное оборудование, DME. En route, в пути, на маршруте, это французская фраза. En, в, route, это дорога или путь. Enter, входить. Extended Center Line, прохождение осевой линии ВПП. Fix, контрольная точка. Flight Planned Route, запланированный маршрут. Intercept – перехватывать, захватывать. Алгора, например. Так, такие слова. Посмотрите еще раз, запишите, какие не знаете. Уделите внимание descend и descent, да? Climb to, descend to. Ну, по сути, предлог to всегда означает движение куда-то. Поэтому набирать высоту, снижаться. Дальше смотрим. Intersection, пересечение, перекресток. Match number, число маха. Maintain, выдерживать, поддерживать, сохранять. Также он может использоваться в значении набирать maintain, flight level, 220, например. Proceed to, следовать, radial, rest of clearance, остальная часть разрешения. Вот там у нас фраза будет rest of clearance unchanged. Остальная часть разрешения осталась без изменений. Restriction, ограничение, runway heading, курс ВПП. Взлетный курс unchanged. Вот оно, без изменений. We, через, по, void становится недействительным. И VOR. Всегда правильно, ВЧ маяк. When airborne, после отрыва. И далее мы будем делать упражнение Standard Phraseology. Вот здесь есть, кстати, слово required. Reclear, это значит повторно выдавать разрешение, повторно выданное разрешение. Вообще приставка re в английском языке всегда означает делать что-либо повторно, второй раз. Допустим, recall, перезвонить, rewrite, переписать, reclear, это дано разрешение, а reclear — выдано новое разрешение. Давайте посмотрим немножко ниже. Здесь, смотрите, если какой-то ATC unit разрешает что-то кому-то, там дальше позывной будет то, у нас глагол CLS без предлогов to. Допустим, Домодедово delivery, clears,
Аэрофлот 135. Ну и дальше уже текст. Не нужны предлоги. А вот ниже. Aircraft call sign cleared to. Я, допустим, говорю Аэрофлот 135. Cleared to. Разрешено движение куда-то. Re-cleared. Это выдано новое разрешение. Здесь в скобках rest of clearance unchanged. Оставшуюся часть разрешения без изменений. Re-cleared to. Выдано разрешение в какой-то пункт. Это предлог to всегда, если движение куда-то. Significant point original route. И опять фраза. Rest of clearance unchanged. Остаток разрешения без изменений. Тут еще есть предлоги from to. From location to location. Движение от до. Откуда-то куда-то. To location followed is necessary by. Может быть также слово direct. Прямо. Via через. Via flight planned route. По заранее запланированному маршруту. Так. Дальше мы с вами посмотрим эти фразы. At flight level 120, на эшелоне 120, to altitude 1-2000 feet, до, на высоту 12 тысяч футов, то есть если находиться на какой-то точке, это предлог at. Если двигаться в какую-то точку, то это предлог to. From height 9000 meters, с высоты 9000 метров, здесь опечатка, да? Или нужно было сказать from height 900 meters. Above flight level 290. Выше эшелона 290. Below flight level 330. Ниже эшелона 330. Between flight level 100 and flight level 160. Между эшелонами 100 и 160. Эшелоны читаем по одной цифре. Between, между. Climb to. Вот видите предлог to. Flight level 370. Набирать эшелон 270. Descend to altitude 1600 feet. Снижаться до высоты 1600 футов. Maintain flight level 350. Сохранять эшелон 350. Ну, maintain еще используется в значении набирать эшелон, не только сохранять. Reach flight level 230. Занимать эшелон 230. Pass flight level 210. Проходить эшелон 210. Leave flight level 410. Покидать эшелон 410. Теперь упражнение. А, здесь у нас исключение. Аббревиатуры, которые читаются не по правилам. Допустим, ETA. Estimated time of arrival читается по правилам. ETA, то есть одна буква там, или Estimated Time of Departure, ETD. Но есть исключения. Вы можете себе их записать. Это ACAS, Airborne Collision Avoidance System, бортовая система предупреждения столкновений. ADIS, Air Defense Identification Zone, зона опознавания ПВО вдоль государственных границ. ATIS, Automatic Terminal Information Service, служба автоматической передачи информации в районе аэродрома. CAT, так, у нас тут еще есть TCAS, смотрите, Traffic Alert Collision Avoidance System, бортовая система предупреждения столкновений с воздушными судами. CAT, Clear Air Turbulence, турбулентность при ясном небе. CAVA-K, Ceiling visibility OK, видимость и облачность, текущие погодные условия лучше предписанных. Met, meteorological or meteorology.
Met. Дальше смотрим. No term notice to airmen. RNAV. Это Aero Navigation, зональная навигация. Так, RVR случайно сюда попала. Runway Visual Range. SID. Standard Instrument Patch. То есть мы не читаем. SID. SID. Стандартная схема вылета. SIGMET. Significant Meteorological Information. Информация об условиях погоды на маршруте, которые могут повлиять на безопасность полета воздушных судов. STAR. Standard Instrument Arrival. Стандартная схема прибытия по приборам. Запишите себе все, что не знаете. TCAS. Traffic Alert and Collision Avoidance System. Портовая система предупреждения столкновений с воздушными судами. И VASI. Visual Approach Slope Indicator. VASI. Visual Approach Slope Indicator System. Система визуальной индикации глиссады. И WALMIT. Meteorological Information for Aircraft in Flight. Передача для находящихся в полете воздушных судов. Так. Дальше мы делаем упражнение 22, exercise 22. Write the following numbers. Нужно написать числительные. Значит, on 1, 2, 4, 360 degree turn, разворот 360 градусов. Обратите внимание, что здесь не degrees, а degree. Потом разворот на 180 градусов, 180 degree turn, опять не degrees, а degree. Скорость 750 км в час. Speed 750 km per hour. Скорость 350 узлов. Speed 350 knots. Да? Zero у меня забыто. Надо мне тогда это исправить. Сейчас я найду. Да, я исправила 350 knots. The 204 radial of the Yankee Foxtrot Tango. Vivor. The 038 radio of the Juliet Kilo. Uniform. VOR. Runway visual range. Runway visual range. Смотрите. Runway 1200 meters. Cloud scattered 400 meters. Match 0.74. Все ответы будут в комментариях. Так, теперь упражнение 23. Значит, на эшелоне 310. At flight level 310. На эшелон 120. Движение, значит, предлог 2. To flight level 120. На высоте 5000 футов. At altitude 5000 feet. Ниже 9000 футов. Below altitude 9000 feet. Ниже 9000 футов. А, я уже прочитала. Выше эшелона 270. Above flight level 270. Эшелона 90. From flight level 90. Между 3000 и 5000 метров. Between 3000 and 5000 meters. Between flight level 300 and flight level 350. Набирать высоту 10000 футов. Climb to altitude. Обязательно climb to 10000 feet. Набирать эшелон 330. Climb to flight level 330. Снижаться до высоты 400 метров. Descend to altitude 500 meters. 400 meters. Пересекать эшелон 250. Pass flight level 250. Покидать эшелон 390. Leave flight level 390. Занимать эшелон 210. Maintain flight level 290.
что у нас там дальше, 24-е упражнение. Нам нужно найти замену этих фраз. Значит, I repeat for clarity and emphasis. I say again, disregard, ignore the disregard. I request verification of clearance instruction action information. Confirm. Yes, at affirm. Establish communication with contact. What is the readability of my transmission? How do you read? An error has been made in the transmission or message indicated. The correct version is correction. I hereby indicate the separation between portions of the message. Break. Да, как перерыв. Let me know that you have received and understood this message. Acknowledge. Permission for proposed action granted. Approved. True, accurate. Correct. Annul the previously transmitted clearance. Cancel. Examine the system or procedure. Check. Authorized to proceed under the conditions specified. Cleared. Выдано разрешение, да? Cleared. Выдано новое разрешение. Это cleared. I hereby indicate the separation between messages transmitted to different aircraft in a very busy environment. Break, break. Exercise 25. Нам нужно поставить правильные предлоги. Mic control clears Aeroflot. 1, 3, 5, 2. Mic November Delta VRR. Mic control разрешает Аэрофлот 135 в Mic November Delta Power. Required to cross Bravo Echo Zulu at. На каком-то эшелоне это предлог at. At flight level 7200 meters. Rest of clearance unchanged. Дано новое разрешение пройти Bravo Echo Zulu на эшелоне 200, на высоте 2700 метров. Остальная часть разрешения не меняется. Required Alpha 7 to Oscar. Rest of clearance unchanged. Дано новое разрешение Alpha 7 до Oscar. Остальная часть разрешения не меняется. Cleared from mic to hotel. Разрешено от mic до hotel. Cleared direct tango. Разрешено прямо на tango. Cleared to Pulkova via Bravo 1. Разрешено в Pulkova через Bravo 1. Cleared to Pulkova via flight planned route. Разрешено в Пулково по запланированному маршруту полета. Bravo 1, 2 not available due restrictions. Alternative is Golf 3, 4 advice. Bravo 12 недоступен в связи с ограничениями. Альтернатива Golf 34. Сообщите выбранный. Дальше девятое. After departure, turn left heading 360. После вылета поверните налево. Курс 360. After departure, continue. Runway heading to Charlie Alpha. После вылета с курсом взлета до Charlie Alpha. After departure, track is extended center line
2, flight level 1800. После вылета следовать по продолжению осевой линии ВПП до эшелона 1800, до высоты 1800 метров. After reaching flight level 2700 meters, contact Delta Control 128.7. По достижении эшелона 2700 работайте с Delta Control 128.7. After passing, after passing flight level 3100 meters, contact Foxtrot Control 132.4. После прохождения эшелона высоты 3100, работайте Foxtrot контролем на частоте 132.4. Turn right heading 236 to flight level 3300 meters to intercept Golf. Выполните разворот вправо. Курс 236 на эшелон 3300, высоту 3300 метров для выхода на Гольф 64. Гольф 4. Track 320 degrees. Magnetic to Mike Charlie Alpha until 15. Линия пути 320 градусов, магнитных на Майк Чарли Альфа до 15 минут. Track 320 degrees true from Mike Charlie Alpha until reaching Foxtrot. Линия пути 320 градусов истинных до выхода на Foxtrot от Mike Charlie Alpha. Track 046 degrees Mike to Charlie Echo until reaching flight level 3600 meters. Линия пути 0,46 градусов магнитных на Charlie Echo до выхода на 3600 метров. Track 130 degrees true before proceeding on course. Линия пути 130 градусов истинных прежде чем взять курс. Cleared via 2, alpha 3. Можно via или 2. Разрешено через на alpha 3. Ну, в принципе, все. На этом был урок завершен. Я сейчас вот это вот все хочу добавить в комментарии к видео, да? Все свои ответы, которые я записала во время этого урока. Это у меня был ответ exercise 22. Exercise 23, там, где мы обсуждали эшелон, высоту с различным предлогом 24. Это значение различных фраз standard phraseology. Потом перевод предложений. В принципе, все. Можете потренироваться, переводить. Не перевод, там было поставить предлоги пропущенные там, где они необходимы.